вот сейчас у меня цель, я вам сейчас скажу. Давай. Вы все сидите на месте, как бы. У меня моя цель ближайшая, мой регулярный доход без премий ежемесячный 1 300 000. И плюс премия. Вот и плюс премия, да. Мы будем без премии. Да. Мы говорим без премии. Следим за речью, да. Ежемесячный доход 1 300 000 плюс премии. По рангам, вы знаете, да, там премия 800 тысяч вот у меня, у Ксении сколько, вы знаете, да, сколько миллионов, сколько пальцев, видите, четтер, миллионс, рублс, это у нас по-сербски, 4 миллиона, блин, премия. И 800. И плюс 800. Потом следующая премия, блин, на следующем ранге 6 миллионов, потом 10 миллионов, потом 30 миллионов. Вот мы посчитали, да. Вот такой фокус, понимаете, идет. И вы смотрите и думаете, так, у меня вот здесь премия, вот здесь, какой доход я хочу за месяц? У меня есть цель. Поэтому мопо все мысли о том, что я там что-то кому-то навязываю. Что обо мне потом, да, вот если я напишу? Боже ж мой, а что будет, если как после того, как вы не написали человеку, ему не стало лучше его здоровью или его дедушке? Если бы Ольге Темниковой не рассказали, это я вот успеваю, да. Если бы Ольге Темниковой не сказали о том, что есть Siberian Wellness, что если есть Таисия застеснялась, да, Таисия, и не пригласила, и не пригласила Ольгу Темникову в команду, дедушка бы сейчас уже крякнул. А сейчас он улыбается, эмоции у человека появились, вернулись. Счастье, счастье. И сколько счастливых людей у вас в командах. Поэтому какое, о каком навязывании можно говорить? Я хочу, знаете, сказать, это же наша история, вообще в сибирское приход.